На календаре уже почти середина декабря. Трескучих морозов пока не было, да и снега не очень много. Тем не менее, это никак не отразилось на зимнем активном отдыхе горожан. Катки работают, лыжные базы тоже, их в этом году стало даже больше. Как с пользой для здоровья провести эту зиму, нам расскажет министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Он гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Этой зимой в Барнауле впервые за долгие годы проложили народную лыжню «Трассу здоровья». Да не одну, а сразу в трех парках. И вот кто был идейным вдохновителем? Это идея общая, идея народная, поэтому лыжня называется народной. Угу. Действительно, в Барнауле на трех локациях в этом году мы планируем и запустим этот проект. Это лыжня Ильича, это лыжня юбилейная и лыжня изумрудная. Постепенно будем смотреть. Все те, неосвоенные, заброшенные места мы планируем превратить в места спортивного и физкультурного досуга. Ну вот вы сказали, что идея была общая, то есть вот эти бабушки, которые сейчас у нас на экране, каким-то образом повлияли на появление вот этих объектов. Именно они и повлияли, да? Конечно. Они приходили и говорили, давайте, нам надо, мы хотим. Они приходили и влияли. Так, выбирали для лыжни достаточно сложные парки, они, чего скрывать, заброшенные, да, вот сейчас на экране, так понимаю, юбилейный. Как будут ухаживать за этой лыжней? Если она народная, то народ, собственно, будет протаптывать своими же лыжами или контроль будет? Ну, может быть, можно назвать их сложными, но это наш родной город. Угу. Поэтому все те участки до сегодня были заброшены, и мы потихонечку, повторюсь, попытаемся вдохнуть в них жизнь. Конечно, поможем. Поможем во всем. Но хотелось бы, чтобы отношение было именно как к общему, к народному. То есть не как потребители относятся, а именно как к своему. Поэтому, есть же много пословиц по этому поводу, да, то есть не надо там мусорить, чтобы потом не убирать. Конечно, поможем и проложить лыжню, и, собственно говоря, на данный момент мы ждем снега. Постарались договориться с Небесной канцелярией, за эти две недели это произойдет. И планируем, предварительно планируем уже такое, наверное, не то что официальное, как открытие на 19-е. Зимнего сезона, да, лыжного, да, так скажем. Декабря, да? В парке Ленина, если не ошибаюсь, еще и будет освещение. Планируется ли в других парках установить? Нам важно с чего-то начать. Вот этими первыми шагами, собственно говоря, и было решение. Прокладываем трассы, снег, трамбовываем эти трассы, начинаем использовать и дальше посмотрим. Не хотелось бы сейчас это все выкладывать в какой-то бизнес-план, но надо с чего-то начинать. Вот первый шаг спустя долгие годы сделаем. Сделаем второй, и так потихонечку будем двигаться. То есть это стало уже доброй традицией, будет доброй традицией? Мы хотим, чтобы это стало доброй традицией, но именно отношение должно быть как к общему. Но ведь очень удобно, когда вот в черте города вот такая трасса здоровья вдруг появляется. Должна быть возможность выбора. Кто-то выберет более подготовленные трассы и поедет уже в подготовленные места. Кому-то удобнее все же рядом с домом. Поэтому мы не претендуем на то, что это, экстра места для профессионалов. Это места для досуга. Там, где будет возможность, конечно, мы постараемся параллельно прокладывать уже трассы для того, чтобы более серьезно заниматься, проводить уроки физкультуры, работу наших спортивных школ. Но здесь хотелось бы именно дать возможность заниматься физкультурой, досуг. То есть оживить надо. Зима – это хорошее время для того, чтобы такие проекты появлялись. А вот лыжные базы, которые у нас в Барнауле существуют, не испытывают ли они какой-то ревности, что часть клиентов, а соответственно и прибыли, уходят вот просто в парки? Да нет, опять же, все мы живем в одном городе, и здесь пусть выбирают, пусть будет возможность выбора. Где-то епит ситуация, она в чем-то, наверное, подсказывает те решения, когда, собственно говоря, мы хотим, чтобы больше людей занималось физкультурой и спортом. Но не можем мы сейчас собирать всех в одном месте, поэтому пусть появятся такие децентрализованные точки для занятия досугом. Это хорошо, это правильно. Если посмотреть на лыжные базы, 21 лыжная база, плюс 3 таких народных лыжней, я думаю, со временем будут появляться еще. И другие города, глядя, например, Барнаула, я думаю, подхватят эту идею. Да что города, я думаю, и субъекты тоже. Ну вот у нас сейчас на экране появилась хоккейная коробка. Давайте тогда плавно перейдем
к этому виду спорта и начну немножко с ложки дегтя, так скажем. Да. Говорили, что определенные ограничения лыжи существуют сейчас, ну чего греха таить. Мы с ребенком накануне были на одном из общественных катков и даже не смогли зайти в пункт проката, потому как, ну, как в общественном транспорте, как кильки в бочке все стояли. Кто-то ведет контроль за соблюдением того же масочного режима, дистанции вот в этих объектах. Да, кататься мы можем на расстоянии, но в пункте проката. Ну вот поэтому в том числе мы стараемся открывать и запускать как можно больше лыжных баз, проката, не знаю, там, чтобы покататься. Такие ситуации, наверное... Вот таких же открытых бесплатных коробок. Да, такие ситуации, наверное, будут возникать, но здесь, наверное, с двух сторон. То есть можно, конечно, предъявлять претензии к тому, что кто-то там, ну, не обеспечил. Угу. Но и с другой стороны, это же тоже общая задача, там, в том числе соблюдать те ЭПИД-правила, поэтому, ну, угу. будем смотреть каждую ситуацию в отдельности. Но не хотелось бы там закрывать, выламывать руки. Есть правила, которые для всех, как бы, должны быть must-have, обязательно. Вопрос, да? Ну, конечно, не дай бог не навредить только вот этой структуре и этому катку. Приятно удивило, что цены сохранили на прошлом уровне. Да даже с чего на прошлом? Позапрошлые также 100 рублей мы отдавали за прокат. Вот как удается такой стабильности? Ну, не только ложка дегтя, да? Да, да, конечно. Банкомета должна быть, да. Поэтому цены такие. Угу. Но не надо тоже разгоняться, пытаться повышать эти цены. Пусть, может быть, сформируется, ну, не знаю, два вида нашего досуга. Тот коммерческий, когда будет дороже, но будут, может быть, какие-то дополнительные услуги. И тот доступный. То есть для кого-то же важна, в принципе, инфраструктура, чтобы прийти покататься. Ну, у нас тоже детство прошло такое. Ну, приходили, переодевались и катались, сумки где-то там лежали. Ну, сейчас, наверное, более требовательные, вперед идем. Ну, пусть все равно останутся и такие островки здоровья. Может быть, они приземленные, но они рядышком, они доступные. Либо они дешевые. Вот. Пытаться качеством услуги, в том числе и приподнимать цены, но нет, не надо. А вот этой зимой пришлось ли вот из-за пандемии, естественно, отказаться от каких-то спортивных состязаний, традиционных, как, например, лыжня России, лед надежды нашей? Нам очень важно сохранить факт, но будем смотреть над форматом. Скорее всего, нам удастся просто разнести по дням, по времени старты. То есть, ну, той массовости, которую мы в свое время пытались получить, когда одновременный старт происходил на несколько тысяч, да, участников, сейчас не надо. Но можно же по-другому. Можно разнести по времени, по дистанции, по возрасту. Поэтому сохраним, но немножко трансформируем это. Нет неразрешимых ситуаций. Ну, то есть в любом случае нацелены эти мероприятия провести. Но над нами давлеет ЭПИД-ситуация, поэтому если то на сегодня все будет складываться, как складывается, да, у нас все же уже определилась хорошая система работы, несмотря на ЭПИД-ситуацию. Поэтому, я думаю, решением будет просто децентрализация и разнесение по времени стартов. Да, мне кажется, что пандемия никак не может коснуться именно вот этого вида спорта, который сейчас на экране, потому что, ну, дышать там друг другу в затылок здесь никто практически не будет, ну, даже если и будет на свежем воздухе. У нас было много стартов таких, когда, конечно, это несколько тысяч. Ну. Поэтому здесь береженого Бог бережет. Разнесем и проведем. Расскажите, какие знаковые спортивные объекты появятся вот в Барнауле в ближайшие годы в рамках федерального проекта «Спорт. Норма. Жизнь». Но мы уже подходим к медиане, к середине проекта «Спорт. Норма. Жизни» и переходим к таким значимым нашим инфраструктурным вложениям, инвестициям. В 2021 году должно начаться 4 знаковых для нас стройки. Это строительство 2 спортивных комплексов, это строительство ледовой арены в Бийске и ледовая арена в городе Барнауле. То есть 4 объекта, 4 таких долгожданных. А первых серьезных... 2 вы не уточнили? Первые 2 спортивные комплексы. Один на Юрина, а второй на Сиреневой. То есть опять же в Барнауле? Да, Барнаул. Барнаул, но нацпроект, он, собственно говоря, охватывает весь Алтайский край. Столицей является город Барнаул. И если здесь уже немножко уйти в детали, из наших 18 краевых подведомственных учреждений только 5 имеют свою собственную базу. Поэтому нам бы хотелось, именно построив такие спорткомплексы, в том числе решить вопросы дома для наших школ спортивных, для того, чтобы можно было и тренироваться, и проводить соревнования. Поэтому спортивный комплекс, ледовая арена, ледовая арена. 4 серьезные стройки. И сразу бы хотелось сказать, что по первым трем это федеральные средства.
На 2021 год это почти 500 миллионов. Это рекордная цифра. Доля софинансирования Алтайского края, она приемлемая, всего 1%, поэтому это не от какой-то отрасли, это не ущерб чему-то, это то, что удалось нам получить от наших федералов. Это хорошо. Это хорошо для Алтайского края. И если такой темп нам удастся выдержать, ну, за 5-7 лет мы сможем много изменить по спортивной инфраструктуре. Ну, спортивные объекты, это же не просто какое-то здание, а будут ли покупать за эти же деньги, предусмотрено ли оборудование для занятий Конечно, спортом? Конечно, но здесь, говоря о спортивных объектах, все равно основные расходы это именно на объект. Если говорим про ледовую арену, то, конечно, как бы еще технологическое оборудование. Это универсальный игровой зал, и вот здесь же инвентарь, он будет докупаться в том числе дополнительно. Но инвентарь у нас есть, здесь проблем нет, благодаря поддержке в том числе и нашего губернатора Виктора Петровича Томенко. Собственно говоря, об этом все время сейчас и говорят наши спортсмены. Алтайский спорт начинает набирать правильные обороты. По инвентарю-то проблем нет. Вот. А по месту, где можно было бы расположиться как дома, еще надо поработать. Ну вот в связи с появлением вот этих объектов мы наверняка закрываем какую-то проблему. Она наверняка существует. Что есть дефицит вот подобных, допустим, спортивных школ? Если каждый год в течение 5-7 лет мы будем выдерживать такой темп, то тогда, наверное, мы приблизимся. То есть у нас дефицит действительно большой. Но это планы наши общие. Вот Лыжня же народная, и здесь план народный. Но философия простая. Объект спортивный должен быть в шаговой доступности. В каждом микрорайоне, в каждом районе. Бесплатный, государственный. Там, где можно отдавать ребятишек для тренировок, соревнований. Они должны воспитываться в правильной среде. Именно в спорте у них появится и характер, и друзья, но и будут правильные жизненные ценности прививаться. Определенные ужесточения будут по помещениям, которые находятся в подвалах, поэтому, конечно, мы должны, да мы давно да, должны кстати, были да, из этих подвалов да. выходить. И вот сейчас, ну, наша задача чаще и чаще получать федеральные ресурсы для того, чтобы полегче было Алтайскому краю. Надо признать, что мы немножко отстали от наших соседей. Где-то была универсиада, где-то другие значимые спортивные соревнования. Но сейчас вот отступать некуда. Надо чаще ездить, чаще выбивать и, конечно, превращать это все в спортивные объекты. Задача амбициозная, но это задача правильная, и она, конечно, это надо делать. Я думаю, что давайте на этом мы нашу беседу с вами завершим. Еще раз спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, и говорили мы о развитии спорта в нашем любимом городе Барнауле.